двигатель 0,9 бензиновый, 28 лошадиная сила, механическая коробка передач, задний привод, машина 1989 года выпуска. Переделка передних тормозных цилиндров под вас. Передние родные цилиндры – это головная боль за завода. Пытался их восстановить, но, к сожалению, доволен не остался. Это касается и главного тормозного цилиндра. Итак, решил перейти на вас цилиндры. Главный тормозной 1:1 с жигулевским от 21.01.21.07, а тормозные цилиндры взял от вас 21.09. Далее заварил посадочное место родного цилиндра, так как оно большего размера, чем вазовского, и просверлил диаметром 30 мм. На место второго цилиндра мне выточили болванку с пазом под отверстие, тоже приварил. Предварительно прорезал в ней пазы для упора колодок глубиной, как на родном цилиндре. Просверливаем отверстие для крепления ваз, цилиндра и крепим его. Остается только опытным путем подогнать носик колодки вместе упора к цилиндру, что поделся барабан. Где-то читал, что можно сразу установить щитки от ЗАЗ-966, там идет один цилиндр такой же, как сзади, но найти такой щиток проблематично. Как тормозить будет, не испробовал, так как второй мой жужик с гаража еще не скоро выйдет, но думаю, идея имеет смысл жить, может, кто усовершенствует получше. Нужно учесть, чтобы барабан не цеплял пыльник цилиндра, то есть устанавливать жигулевский цилиндр на пару миллиметров ниже, чем существующее отверстие под штатный цилиндр. Покраска кузова. В неплохом состоянии я купил МКУ и принялся ее разбирать до винтика. После отбуксировал на мойку, так как вручную избавиться от 30-летней грязи весьма проблематично. Вот теперь можно погонять всех жучков и где требуется подварить, затем прошел весь кузов наждачкой номер 800. Для защиты оголенного металла я использовал эпоксидный грунт, после его высыхания матую эти участки опять номером 800. Все кузовные стыки очистил от заводского уставшего герметика и прошел заново шовным герметиком при помощи обклейки малярной ленты с обеих сторон. Не забываем обезжирить и в два слоя наносил на весь кузов акриловую грунтовку. После полного высыхания прошел кузов скотч-брайтом и далее шпатлевочные работы с последующим перекрытием шпатлевки опять же акриловым грунтом. Удаляем пыль, обезжириваем, и тут понеслась работа практически без остановки. Три слоя краски база перламутр, первый слой слегка и два пожирнее и три слоя лака таким же методом. Ни в коем случае не откладывайте покраску лаком на следующий день, иначе могут быть неприятности, как говорят, лак полез. И температура воздуха играет немаловажное значение, любая краска и лак при покраске любит тепло. Замена двигателя 28 лошадиная сила на 40 лошадиная сила. Покатался я год на движке 0,9 литра и что-то не в восторге ни от расхода топлива, ни от его тяги. Решено перейти на 1,2 литра. Досадно одно, что этому двигателю я много уделил внимания в прошлом году, в трех местах переваривал маслозаливную горловину для того, чтобы она не мешала установить нештатный генератор, повозился с глушителями, эстетический вид. Поставил новые полуоси, заменил выжимной, подумал, что внешкой пока заниматься не буду, сначала испробую, как двигатель себя покажет. Установил и запустил двигатель, и тут печалька, один цилиндр молчит и масло ручьем с уплотнительной резинки штанги. Ну что ж, вскрывать так вскрывать. Причина найдена, обломаны два штанги и видно, что сюда уже лазили до меня. Заменил 4 уплотнительные резинки на штангах, все были надорванные. Порадовала поршневая, пообещала 40 лошадиная сила выжать. Установил генератор от Citroen, шкив поставил от Гольфа, пришлось по кругу шкива наварить посадочное место и проточить на станке нужный диаметр. Биения нет, ремень 1250. Замена фар. Давно пришли с Китая фары, которые я заказывал на Чебурашку, и так как он не скоро еще выйдет с гаража, решил установить на Жужу. Вся процедура заняла не более получаса.
на габариты фишки «Мама и мама», использовал папу, чтобы соединить, а не хотел резать провода, чтобы обратно так же быстро было перекинуть фары в случае чего. Зеленый провод-поворотник, при подключении к поворотнику моргает оранжевым цветом, окантовка вместе с поворотником не подключал. Покраска глушителя. Прошел месяц. Краска на удивление выгорать и не собирается даже возле цилиндров. Единственное, что советую перед покраской песка струить, болгарка не вариант, пошли рыжики местами. Советские аксессуары. Произведение искусства, почти каждый из нас вспоминает такие вещи на коробке передач. Почти на каждых «Жигулях» в детстве, помню, были, столько разнообразия и все индивидуальные. А мы вайка тех времен. Ведь делали раньше на совесть, этот знак весит как 5 современных. Комплектная аптечка, 1986 год. Предыдущий владелец все важное обводил ручкой, 100% к технике раньше относились с большим трепетом, чем сейчас. Такого набора с головой хватало отремонтировать любой советский автомобиль. Безотказный как калаш, работает отлично. Антикор днище. Обрабатывалось по старой надежной схеме. 70% пушсала, 30% каучуковая мастика. Все это дело варилось и с мобильного пистолета наносилось.